конечно, на маршруте патрулировал совместно с инспектором ГПС Черепом Юрием Николаевичем. Увидели, что на улице Коминтерна в одном из домов произошло возгорание дворовых построек. После чего мы незамедлительно позвонили в дежурную часть, сообщили о происшествии, подъехали к дому, разбудили жителей дома и совместно с ними ликвидировали пожар. Увидев возгорание, они нас разбудили, это было время 2:00 ночи. Мы, конечно, спали, и вот благодаря ребятам, с помощью ребят, удалось затушить пожар. Ребята молодцы, заметили, это были сотрудники ДПС Чиликов Юрий и Лабузов Денис. Мы очень благодарны им за это.